Традиционно в преддверии Нового года канал 16 собирает подарки для нуждающихся пожилых людей, чтобы подарить заботу и атмосферу праздника. В 2019-м удалось наполнить 11 пакетов продуктами первой необходимости, предметами личной гигиены и сувенирами. Все это удалось собрать благодаря поддержке неравнодушных саровчан и аппарата городской думы. Первый презент команда канала 16 привезла адресату лично. Александра Степановна Яблонская живет с сыном-инвалидом. У них нет возможности побаловать себя. Новый год встречают скромно. Пенсионерка не переставала благодарить жителей нашего города за внимание, которого ей не хватало с момента переезда в Саров. Я тронута до глубины души. Большое вам спасибо и вас наступающим. Здоровья, счастья, благополучия и всего самого-самого хорошего. И спасибо это за 25 лет, которые я здесь проживаю, я из Пензы 19. Это первый подарок и первое внимание в этом городе. Еще 10 пакетов наша редакция привезла в Управление социальной защиты населения. Все подарки распределят и доставят нуждающимся одиноким пенсионерам до наступления Нового года. Благодаря неравнодушным жителям нашего города собраны наборы продуктовые для одиноко проживающих пожилых людей нашего города. Эти наборы будут вручены в канун Нового года одиноким жителям, чтобы они себя не чувствовали в новогоднюю ночь и в Новом году забытыми. Благотворительная акция «Мы помогаем» – еще одно доказательство, что новогоднее чудо существует. Подарить частичку тепла и заботы тем, кто в этом нуждается, по силам каждому из нас. Чаще делайте добро, и оно обязательно вернется в 2020 году. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».